Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин завел аккаунты в таких соцсетях, как ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Твиттер. В своем Инстаграм он написал, что теперь сможет напрямую рассказывать о строящихся в столице объектах, а также о том, что дадут городу принимаемые решения. В декабре 2010 года Хуснуллин вступил в должность заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он курирует вопросы градостроительного развития города, возведения автомагистралей, метро и железных дорог, программу реновации жилья, привлекает инвестиции в отрасли строительства, а также решает проблемы обманутых дольщиков. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!